Сегодня 24 августа. Что-то какое-то сегодня... Вот чувствую, что-то отметить надо. А что, не помню. 24 августа. Вот явно сегодня какой-то праздник. Какое-то событие. Нос чешется. Пойду спрошу у народа. Сегодня день Евпатия Калаврата. А как ты его отмечаешь? Да Евпат Калаврат его знает. Год. Я с нетерпением жду этот день. 24 августа на побережье Тихого океана, чтобы отпраздновать его. День рождения американской вафли. Каждый год 24 августа мы с друзьями ходим по грибы. Мы их собираем и едим. А какие грибы? Не скажу. 24 августа – день жажды. Но это не значит, что нужно пить столько воды. Потому что в этот день люди думают о том, чего они хотят больше всего. Жажда может быть в учебе, работе или любых других делах. Коллега, какой сегодня день? Я не знаю! А сегодня международный день жареных чипсов! И я их сегодня ем! И очень много, много! Дай мне! Нет! А еще, знаешь, что 24 августа отменили наказание? Не знаю. И все преподаватели с тех пор очень страдают, потому что как теперь обучать? Какой преподаватель? 24 августа – день животных киноактеров. Помощь, молодец. Кость, сегодня 24 августа. Мне срочно нужен повод для праздника. Прям срочно. Я думаю, нам срочно нужно отметить день рождения Пауло Коэльо. Ура! Сегодня день рождения у Льва Голицына! Основателя русского виноделия. И создателя русского шампанского. А также основателя винодельческих центров в Мазандре и Абрау-Дюрсо. Блин, сегодня день безработного лентяя. Я вот думаю, праздновать или не праздновать. Что-то так лень в магазин идти. Обалдели там что ли? Сегодня же у Паши Богдана день рождения. Паша, с днем рождения! Ура! Паша, привет! С днем рождения тебя поздравляю! Счастья, здоровья, удачи, успехов во всех начинаниях и продвижения там. Да, давай сюда. Привет, привет! С днем рождения, Павел Сергеевич! Обнимаю тебя! Паша, с днем рождения! Хотя нет, фигня какая-то. Кать, 24 августа, день рождения Паши Богдана. Дорогой Павел Сергеевич, желаю тебе такого же ураганного года. Пускай свершается все, что ты задумал, все, что у тебя в голове, все планы и идеи. Ну, немножко сладости, конечно. Танго! Павел Сергеевич, ну, конечно, мы помним, что сегодня за день. 24 августа – это прекрасный день, когда на свет появились вы. Мы вас поздравляем с этим праздничком. К сожалению, наверное, каждый год мы отмечаем его без вас. Начинаем, так что вы не переживайте. И в этот год мы тоже не обязательно отметим. Но и когда мы приедем, мы с вами еще раз отметим. Ждем. Дорогой Павел Сергеевич, поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, побольше улыбок и быть таким же позитивным, как всегда. Павел Сергеевич, желаю тебе здоровья, будь всегда в трезвом уме и светлой памяти. Поздравляем.
Ты думаешь, у нас поехала крыша? А вот и нет, все ровно, потому что ты с нами. С днем рождения! Follow your dreams, they know the way. Следуй за своими мечтами. Немножко по-каэлевски, но раз уж вы родились в один день, как бы выбора у нас не было, поэтому мы поздравили тебя так. Желаю тебе крепкого сна и здорового иммунитета. Дорогой Павел Сергеевич, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе удачи и пью за твое здоровье. Ну вот, еле я танцую больше на миллионге с формой. Нет, это вдруг Тварик, желаю тебе танцевать больше на миллионге форма, а я, наверное, хочу пожелать тебе роста, тебе, твоей школе, твоим планам. Паша, я тебе пожелаю то, что еще никто тебе ничего не желал. А желаю тебе хвостик пистолетом. Ну вот так, дорогой друг, мы пошутили немножко. Ну, я думаю, что ты нас поймешь. Но на полном серьезе мы тебе пожелали всего хорошего. И я тебе желаю любви, счастья. Я желаю, чтобы ты с интересом, с увлечением погружался в какие-то процессы, добывал очень хорошие результаты и удовлетворение от сделанного. Я желаю тебе удовольствия, расслабления. Я желаю тебе мудрости, отваги, нежности. И чтобы ты себя очень хорошо чувствовал здесь, с нами, в наших сибирских краях. Будь здоров! С днем рождения! Паша, с днем рождения!